Что? Мне не смешно. Да говори громче. Зачем? Ну чтоб. Чтоб что? Ну чтоб было понятно. Ты-то куда? Куда? Ну говори. Говори. Ты что-то куришь? Ну что-то курю. Что? Что? В смысле, то, что и все. В портфеле у меня табак лежит вишневый. Ну, как-то я раз пришла и не воняла простым табаком, а воняла вот этим... Каким? Наркоманским. Каким наркоманским? Не знаю, но воняла она мне. Так, подожди, если ты не... Стоп, если ты не знаешь... Откуда ты думаешь, что это то, что ты думаешь? Ну ты очень странно себя вел. Когда? Сегодня даже. Зачем ты, типа, общаешься? Что у вас может быть общего, кроме... Кроме как сходить в МАК? Нет. Что? Ты очень странно себя вел. Не так, как просто набухался. Я же видела, типа, когда ты пьян. А как? Ну, очень странно. В смысле? Ну так, типа, иногда тупил. В смысле? Юля! Что это за обвинение? Иногда тупил. Может, я так хотел, чтобы так все было задумано. Андрей, ты что, шмаль куришь? Признавайся. Так, сестра... Ты вообще вспомни, я своей маме говорю, мам, а Саша курит, ну типа по приколу. Это было еще сколько, Сашке было 15 или меньше? Лет 13. Мама говорит, что она курит? Травку? Шмаль? Не, драп? Да. А, травку? Драп? Вот такие ты залетела сразу на меня, даже не услышала, о чем разговор. Ну, Юли, что ты говоришь? Иди, говори, говори. Что я говорю? Что я говорю? Днём ангела. В смысле? То есть ты это все разыграла, нет, чтобы... Нет, я не разыграла, это просто отдельно с днём ангела. Спасибо. В смысле, такая это все тогда зачем этот разговор был? Разговор, да. Так а что, так кнутый пряник? Нет. Спасибо. Я Андрюша, у меня день ангела сегодня. Ты кому это снимаю? Ну что, я снимаю, что я делаю? Ну куда? Ну куда? Да мне не нравится, когда меня снимают. Ты стоишь и дальше...